Завтра на улицах городов Чувашии завоют сирены. Звуковое тестовое предупреждение прозвучит примерно в 10:43 утра. Это ежегодная плановая проверка готовности системы оповещения населения. Специалистам предстоит включить электросирены и громкоговорители, чтобы убедиться в их исправности. В это время эфир телепередач может быть прерван тестовой заставкой с информацией о плановой проверке. При звуке сирен не нужно пугаться и паниковать, подчеркивают ГКЧС республики. При этом отмечу, что сегодня утром в Чувашии в эфире нескольких развлекательных телеканалов транслировался фейковый сигнал воздушной тревоги. На экранах появилось объявление о необходимости проследовать в укрытие. Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Внимание! Такие сообщения о лжетревоге поступали преимущественно из Шумерли-Чебоксар, рассказали в Госкомитете по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Обычно это происходит в результате хакерского взлома серверов развлекательных радиостанций и телеканалов. При реальной угрозе безопасности сигнал тревоги можно услышать одновременно только по федеральным телерадиоканалам и на улице. Хотелось бы отметить, что некоторые музыкальные каналы слабо защищены от взломов серверов. Ну, что касается каналов, федеральных каналов первого мультиплекса, значит, здесь есть определенная степень защиты, в том числе аппаратуры, которая предназначена для оповещения населения Чувашской республики о тех или иных сигналах гражданской обороны.